Еще об одном происшествии сообщили сотрудники полиции. В одном из магазинов на улице Воровского они изъяли контрафакт. В ходе проверки полицейские обнаружили одежду под известными брендами, но она отличалась от оригинальной по некоторым признакам. К примеру, маркировка на некоторых изделиях не соответствовала требованиям, а сам товар был низкого качества. Кроме того, оказалось, что метод нанесения логотипа не соответствует технологии, и стоимость данного товара была ниже, чем оригинальных штанов, кофт и курточек. В итоге из магазина было изъято 137 вещей. По данным товарам будет проведена экспертиза, назначено исследование, после чего будет определена стоимость и ущерб. Принято решение о привлечении к ответственности.